Привет, ты на канале о бизнесе. Сегодня мы поговорим о том, как ты можешь запустить свой собственный торговый бизнес с помощью китайских партнеров. В Китае можно найти очень интересные товары по минимальной цене. Качество у них будет довольно высоким, а актуальность на отечественном рынке максимальной. Ты приобретаешь такие товары и продаешь их через интернет со своей наценкой. Это самый простой способ стать предпринимателем и почувствовать существенную прибыль за короткое время. Если интересно, тогда смотри видео до конца. И не забывай подписываться на канал и ставить лайк, если видео тебе понравится. А если ты хочешь начать товарный бизнес, то в описании есть пошаговый курс, как с абсолютного нуля запустить выгодный проект. Ты узнаешь, как покупать за 300 рублей и продавать за 1500 качественные товары мелким оптом. А общие вложения в бизнес будут не более 15 тысяч. Ссылку оставлю в описании, загляни. А теперь давай перейдем к прибыльным бизнес-проектам. Наборы кухонных ножей с наценкой 1000 рублей. Кухонные ножи есть на каждой кухне, и без этого инструмента не обходится ни одна готовка. Сегодня мало кто приобретает ножи по отдельности. Все пытаются отдать оптимальные деньги за качественный набор, ведь им пользоваться намного удобнее. Ты можешь продавать такие наборы, зарабатывая при этом очень хорошие деньги. Товар для торговли необходимо брать у оптовых поставщиков из Китая. Из-за крупных заказов цена для тебя существенно снижается, а значит прибыль с каждой проданной единицы товара будет больше. Если обратиться к оптовому поставщику из Китая, то можно получить цену в 300 рублей за один набор ножей. Доставка такого набора обойдется тебе чуть более чем 200 рублей, а продавать товар можно по цене около 1500 за комплект. Это говорит о прибыльности в более чем 1000 рублей, но главное то, что твой ценник будет более оптимальным, нежели у конкурентов. Это очень хороший способ выйти на прибыль и достигнуть финансовой независимости. Твоя продукция ориентирована на массового покупателя, поэтому при должном продвижении и рекламе можно продавать очень много наборов. Лазерная игрушка для кошек с прибылью 500 рублей. Любой профессионал скажет вам о том, что кошку или кота необходимо постоянно занимать. Только в этом случае питомец не будет агрессивным и не принесет дискомфорта. Те владельцы питомцев, которые не занимаются воспитанием животного и не уделяют ему внимания, имеют много жалоб. Коты портят имущество, перевозят продукты, ведут себя агрессивно с гостями и даже с хозяевами. Чтобы этого не случилось, питомца необходимо заставлять активничать. В дикой природе животные постоянно двигаются и выбрасывают массу энергии, а в бытовой жизни они просто лежат на диване. Ты можешь решить эту проблему, предложив своему потенциальному клиенту автоматическую игрушку для игры с питомцем. Это небольшая пластиковая игрушка-неваляшка, которая имеет лазер и способна светить им в различные места. Питомец обязательно заинтересуется игрушкой, а как только подойдет к ней, включится лазер, который заставит кошку побегать. Ты можешь приобретать такой оригинальный товар в Китае по цене около 300 рублей за единицу, если совершать оптовую закупку. Доставка игрушки обойдется еще в 60 рублей. Но продать ты такой товар сможешь по цене около 850-900 рублей. Это очень хорошая прибыль для торгового бизнеса. Товар уникальный и будет пользоваться хорошим спросом, поэтому заработки здесь высокие. Антидождь для лобового стекла с прибылью 500%. Спроси любого опытного водителя о том, знает ли он что-нибудь о средстве, которое очищает лобовое стекло, и он обязательно скажет тебе об антидожде. Это специальное средство, которое предотвращает загрязнение стекла, его намокание и запотевание. Если речь идет о вождении, то чистое лобовое стекло является очень важным элементом безопасности. На сегодняшний день такое средство пользуется очень большим спросом, и купить его можно в любом автомобильном магазине. Но цена будет довольно высокой, поэтому не все готовы тратить около 1000 рублей за небольшую баночку средства, которого хватает на несколько нанесений. Ты можешь сделать более интересное предложение. Обратись к оптовому поставщику из Китая, там тебе предложат средства самого высокого качества по очень низкой цене. Стоимость одной небольшой баночки средства в Китае будет на уровне 16 рублей. Доставка же этой баночки обойдется в 60 рублей. Но даже с учетом этого ты будешь хорошо зарабатывать. Размести объявление на популярной торговой площадке, установи цену в 450 рублей или более, начни активно продавать свое объявление. Так как цена вдвое меньше автомобильных магазинов, то ты привлечешь внимание покупателя, и твоя прибыль будет на уровне 500%. Ароматизатор для авто в виде ретро-проигрывателя с наценкой 200 рублей.
На сегодняшний день рынок наполняется все большим и большим количеством оригинальных ароматизаторов в авто. Это можно назвать трендом, который задержится надолго. Любой водитель имеет желание сделать приятную обстановку внутри своего транспортного средства. Хороший запах является свидетельством чистоты, создает хорошую атмосферу и правильное настроение для поездок. При этом сегодня важно не портить дизайн салона автомобиля. Важно использовать привлекательные и оригинальные ароматизаторы. Ты можешь предложить такой товар отечественному покупателю. Речь идет об оригинальных ароматизаторах в виде ретро-проигрывателей. Ароматический элемент выполнен в виде пластинки для проигрывания. Ее нужно установить в импровизированный проигрыватель и закрепить иглой. В Китае такой товар оценивается в 11 рублей, но доставка тебе обойдется в 300 рублей, так как комплект включает множество ароматических пластинок. Продавать проигрыватель с таким набором ты сможешь по цене около 500-600 рублей, что говорит о хорошей прибыли. Из-за своего оригинального дизайна и качественного исполнения аксессуар обязательно привлечет внимание покупателя. Настенная лампа для рабочего стола с прибылью 1000 рублей. Очень много людей работают в ночное время суток. Кто-то просто не успевает выполнить работу за день, кто-то выработал для себя именно такой режим, ну а кто-то сотрудничает с зарубежными партнерами и из-за отличий по времени вынужден работать по ночам. Неважно, когда происходит рабочий процесс, важно, чтобы рабочее место было хорошо освещено. Именно поэтому на любом столе можно найти лампу, которая позволяет осветить рабочую область, потребляя при этом минимальное количество энергии и не освещая всю комнату. Ты можешь предложить потенциальному клиенту высококачественную настенную лампу, которая будет очень хорошо освещать стол и давать полезную информацию в виде текущего времени. Такая лампа у оптовых поставщиков из Китая оценивается в 600 рублей, а доставка тебе обойдется в 120 рублей. Тем не менее, из-за оригинальности товара и его актуальности ты сможешь очень хорошо зарабатывать. Продавать на отечественном рынке ты сможешь такие лампы по цене от 1700 рублей и выше. За одну проданную единицу можно получить около 1000 рублей чистой прибыли или даже больше. Продавать такие лампы можно через интернет. Просто размести объявление и пользуйся платными услугами по его рекламе и продвижению. Комплекты для уличного освещения на солнечной энергии с доходом 1100 рублей. Архитектурное освещение наружного здания создает очень красивый дизайн дома и позволяет более комфортно себя ощущать во дворе. Неудивительно, что сегодня люди готовы тратить колоссальные деньги на такой свет и отдают предпочтение оригинальным решениям. У тебя есть возможность войти в этот сегмент рынка и предложить своему покупателю что-то совершенно уникальное. Речь идет о специальном комплекте уличного освещения, который работает от солнечной энергии, имеет свой инвертор и даже небольшую батарею, которая питает лампы в ночное время. Стоимость набора, если ты будешь приобретать его у оптового поставщика, находится на уровне 2300 рублей. В этот комплект входит 4 лампы для освещения, солнечная панель для выработки энергии, инвертор, который хранит заряд и также обеспечивает освещение. Доставка такого набора обойдется тебе в 600 рублей. Продавать же ты его будешь уже по цене 4000 рублей, зарабатывая с каждой проданной единицы минимум 1100 рублей чистой прибыли. Этот товар будет интересен не только тем, кто пытается осветить свою придомовую территорию. Он также будет привлекать внимание тех, кто часто выезжает за город и отдыхает на природе. А на этом все. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и ставь лайк. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес-начинаниях!